«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Ходу выбора нет, прыгаем. Окей. Нас заперли. А, надеюсь, что с нами все будет хорошо. Хрен с ней, с мамашей. Она взрослая, она себе может позаботиться. Нам, блин, 2 года. Ты вообще ей плюшевая игрушка. Почему мне кажется, что это плохая идея? Там появилась сова. Просто охрененно. Это мои игрушки немножко изменены. Окей. Надо выйти. Надо выйти на свежий воздух. Еще какой-то рисунок непонятный наш. Ну, наш в смысле, когда я имею в виду наш, я говорю про девочку. Так, ладно. Идем искать дальше что-нибудь, скажем так, полезное. Только я так и не понял, зачем нам эти совы, но, видимо, они нам зачем-то нужны. Там тонко намекают, что там что-то есть. Ну да. Нам очень тонко намекают, что вон там есть сова. И достать мы ее можем, только скинув вот этот понятный камень. Там. Окей. Но мы же. Так, поднимай. Мне еще не нравится то, что там качается игрушка. А также совы, которые смотрят на меня. Ты не должна качаться. Так, и сколько нам вообще этих сов надо? Еще одну, наверное. О, она замерла. Хватит рычать на меня. Так. Тикающие часы. Ну, пока меня ничего вроде особо не пугает. Ну, кроме мамаши вот той. Она, конечно, стрёмная зараза была. Но пока вроде все более или менее адекватно. Так, это что за следы? Кто-то тащит плачущего ребенка. Я так понимаю, что мы определенно взяли все, что надо. И надеюсь, эти совы. В общем, что их хватит. Так, бежим, залезаем и, по сути, забиваем на все, что там происходило, и не обращаем на это просто никакого внимания.
вообще не обращаем внимания, потому что мы маленький ребенок, который находится в нормальном мире. Все хорошо. Все просто отлично. Ничего плохого в этом мире не существует. Все абсолютно хорошо. Нет, это я себя не успокаиваю. Все очень хорошо, я люблю сов. Какой-то странный мост. Определенно странный мост, по которому лучше пробежаться. И мы попали во что-то новое. Во что-то новое. All right, then. One more time. But that's it. Так, это наша как бы мама, которая держит шкатулку. Это еще одно воспоминание и радужный мостик. Oh, finally. We must be getting closer. О! Так это ж этот. На котором играют. Ну как он называется так? Кларнет, ну вот детский, который я не помню, как он называется, черт. We made it back. Да, Мишка, пойдем, мы вернулись. I didn't believe in evil before all this. Now I'm not so sure. Это правильно, зло существует, наверное, где-нибудь. Это да. Вообще этот домик не выглядит особо безопасным, честно говоря. Ну, благо Мишка за мной следует. А что с ней не так? Оу. Оу! Это что за бурзота такая? Ну да. Don't be afraid. То, что ты закрываешь... We'll work this all out together. То, что ты закрываешь мне дверь, мне не помогает. Well, you know the ropes by now. Да. Жалко шкатулку, но мы ее отдаем. Что ж. Оно того стоит. Наверное. Поехали крутить. Sounds clearer now, don't you think? Да фиг его знает, честно говоря. Иди сюда. We have no time to lose. Watch your step. Так, но... Whenever you're ready. А ты сам-то как думаешь? Нет, конечно. Мать твою, я ненавижу падать. Как же это далеко. Как же это глубоко. Как же это сыкотно. Так. Мишка? Ты мне нужен. Потому что дерево в доме меня напрягает. Так. Все хорошо, ведь все хорошо, так, правильно же. У каждого в доме есть дома. У каждого в доме есть деревья, я хотел сказать. Ну, у всех же, ребят, вот скажите, у вас же тоже деревья в домах растут. С ковровым покрытием. Я громко дверь открыл. Здесь красиво. Что-то мне здесь не нравится определенно. А там что-то есть, смотрите. Так, кусочек пазла. Что за пазл, непонятно.
floaty things. They look like memories. Maybe the next one is behind those roots. А, вот оно что. Так, это что-то интересное. Оу. Вот это, кстати, было красиво. Так, он сказал, что вести себя предельно тихо. Но я не думаю, что, наверное, будет кто-то нас сильно пугать. Наверное. Ну, Мишка, давай, иди сюда. С тобой по этому болоту ходить вдвоем. Я пройду? Да, смотрите, я достаточно... Черт, не прохожу. Я думал, что я достаточно большого роста. Какой-то странный звук. Доложу я вам. Так, мы забрались, вопрос только куда. Ага. Так, уберем Мишку. Попробуем забраться. Попробуем открыть окно. Снова попробуем... Да, Мишка, не мешай мне. Мы снова попробуем забраться. Теперь надо понять, куда нам... Наверное, вот сюда. Так, там кто-то есть. Смешно, но во время мега мы издаем меньше шума, чем во время ходьбы. Хотел сказать, хороший вопрос, а как же нам пробраться? Понял тут же ответ на свой вопрос. Так, нас нагнетают атмосферой звуков. Того, что что-то, что было сзади, пробралось сюда. Здесь я вижу огонь. На который кто-то спустил воду. Мягко говоря. Здесь я вижу какую-то штуку непонятную. Нам надо, видимо, аккуратненько... Я сказал, аккуратненько, без бульков. О, воу-воу-воу, это что за бабка-ёшка? Увидели, да, вот там вот в углу было? Что это тут такое? Ну, странный... Так, садись ты уже. Голова барашка. Окей. У каждого в доме есть голова барашка. Так, Тедди. You, так сказать, need me. I need you, you need me. Совсем без скрипа открывается. И вовсе из-за этого она меня не пугает. Так. Так. А теперь надо понять, куда нам идти дальше. Ага. Ага, понял. Кажется, я понял. Нам нужно наверх, еще раз наверх и наверх. Окей. Хрень с корнями, это как-то странно выглядит, но... Наверное, это нормально для этой игры.
Куда нам дальше? А нам дальше вот... вот сюда. Что? А, это грибы были. Окей. Что-то там про нечестность всего было. Просто валим отсюда, ребят. Потому что по звукам здесь все плохо, и мы чуть не грохнулись в воду. Ребята, я не хочу оборачиваться назад, потому что я догадываюсь, что там что-то... А, нет, там ни черта нету. Ха-ха-ха, мы просто спокойно идем вперед. Не обращая внимания ни на что. Так, мы вроде как и не задерживаемся. Так, нам надо сюда и поместить... Ой. Так, колодец и дева. Не внушает доверия. Дева выпила из колодца воду. И ушла в воду. Внушает еще меньше доверия, честно говоря. Это такая, знаете, своеобразная бабьяга получается. Наверное, даже какие-то медвежьи, что ли, следы. Однозначно нечеловеческие. Так, ну мы аккуратненько проходим, а я думаю, что нам ничего не угрожает.